Так, Леша, у нас пока это Чаба пропал. Мы с ним сделали. Все, появился. Так, Чаба. Ну все, начинаем тогда. Сегодня у нас без проблем. Так, у нас. Ну, итальянцы, она мне написала, но мы договорились так, пускай она входит или в нашу русскую комнату, или в вашу, отдельно комнату под нее сегодня не будем запускать. Потому что не отработали еще, не готовы. Так, все, начинаем, да? Let us start then. Приветствую вас, друзья. Среда. Сегодня у нас 11 октября. До Экофеста осталось 262 дня. Greetings, dear friends. It's Wednesday, October the 11th, and there are 262 days till the Ecofest. Это очень важное и очень серьезное для нас событие, поэтому мы о нем будем и говорить, и вспоминать еще очень и очень много. This is a very important event for us, so we will always be mentioning it and speaking about it. Да, в русской комнате приветствую Тамару Эдуардовну, это сестра Анатолия Эдуардовича, она у нас всегда на вебинарах и всегда рад ее видеть. In our Russian room, I'm really glad to greet Mr. Yunitsky's sister, Tamara Eduardovna. I'm always glad to see her in our webinar. Вот, ну, друзья, как мы уже говорили, что мы сейчас ведем с Алексеем именно ряд вебинаров, связанные уже с цифровой экономикой, с запуском программы криптовалюты в проекте Skyway. So, dear friends, as I have already said, me and Alexei are going to conduct a whole range of webinars on digital economy in preparation to the launch of Skyway cryptocurrency. На конференции, которая прошла на этой неделе в Будапеште, мы очень подробно эту тему рассматривали. Я думаю, что все, кто смотрели записи репортажи, вы уже более-менее в курсе того, что начинает происходить. During the conference that happened this week in Budapest, we spoke about this topic in great detail, so I believe that all those who have watched it already understand this topic more or less. Это не какая-то наша прихоть запускать криптовалюту и переходить в мир блокчейн. Это на сегодняшний момент веление времени. This is not some whim or fancy that we would like to join the world of cryptocurrency. It is the demand of our time. Можно долго рассуждать, надо это делать или не надо это делать, пришло время, не пришло. Мы приняли решение почти год назад, что Skyway должен иметь свою расчетную единицу, свою криптовалюту. We could discuss a lot whether we should or shouldn't do it, whether it is time or not time to do it. But already a year ago, we made a decision that Skyway must have its cryptocurrency. И естественно, что если основой сегодняшнего развития, сегодняшнего цивилизационного рывка становится технология Skyway, and it's natural if the foundation for the current technological development is Skyway, то и, соответственно, основу стандарта расчетов должен задавать также проект Skyway. Therefore, the foundation for calculation and payment units should also be created in Skyway. Поэтому мы подготовили и запускаем сейчас криптоплатформу, которая будет использовать свой Skyway Coin.
So we have prepared and are currently launching our own cryptocurrency platform that will use Skyway Coin. Skyway Coin – это рабочее название, которое мы сейчас делаем с развитием проекта. Со временем, скорее всего, он будет иметь другое, более функциональное название. Skyway Coin is now a working name. With time, when this project develops, there will be a more functional name. Мы подготовили и тестируем сейчас уже непосредственно платформу, которая будет осуществлять все операции по расчету и учету внутри сети Transnet. We have prepared and are currently testing the platform that will conduct all the operations, calculations and transactions within the Transnet network. Причем мы за ближайшие вот 2-3 вебинара мы покажем и расскажем о всей экономике, которая будет складываться и внутри Транснета, и как будет происходить капитализация криптовалют. And during the next 2 or 3 webinars, we will show and tell you how the transactions and everything will happen within Transnet and how this cryptocurrency will be capitalized. Друзья, сразу прошу, чтобы вы понимали основное понятие, которое мы сейчас вводим. Основное то, что мы хотим до вас донести. But friends, I would like to ask you to try and understand the main notion, the main concept we are trying to communicate to you. То, что мы сейчас будем обсуждать и запускать криптовалюту, это не замена акций. Ни в коем случае. Это не замена акций. The fact that we now discuss and are going to launch the cryptocurrency, it is not a substitution for shares. It is not a replacement for shares. Это не электронные облигации и не участие в будущей прибыли. Это надо сразу очень хорошо понимать, потому что очень многие это путают. This is not some electronic bonds. This is not participation in future profits. This is something you have to understand from the very beginning. Мы создаем инструмент, который абсолютно понятен криптосообществу, то есть тот, кто сегодня работает уже с традиционными криптовалютами. We are creating a tool that is understandable for the crypto community, that is for those who have already been working with traditional cryptocurrencies. Мы через нашу программу показываем и увязываем сегодня мир виртуальных денег и реальной экономики, которую создает Skyway. Through this project, we show and we connect the world of virtual money with the world of real economy created by Skyway. Это принципиально новый проект, который сегодня находится на стыке между реальной экономикой, которая является Skyway, и виртуальной экономикой, где сегодня обращаются криптовалюты. This is a brand new project that is located on the interface or interconnection between the virtual world of cryptocurrencies and the real world of economy created by Skyway. И у нас с Алексеем стоит сейчас две очень важные задачи, которые мы будем решать вот в ближайшее время. Me and Alexei are confronted by two important tasks we are going to solve in the nearest future. Первая задача – это нашему сообществу Skyway мы покажем, почему нам необходимо вводить криптовалюту и почему блокчейн сегодня даст новый скачок для развития технологии. We have to explain to our community of Skyway partners to show them why we need the cryptocurrency and why blockchain will give a new leap to our technology.
А криптосообществу, то есть тот, кто сегодня работает в виртуальной цифровой экономике, мы покажем перспективы того, что создает Skyway и Transnet. But to the crypto community, that is those people who are currently working in the virtual digital economy, we have to show the prospects of Skyway technology and Transnet. Это очень непростая задача, но эксперты, которые с нами работают, они просто в восторге от тех решений, которые мы сегодня предлагаем. This is not an easy task, but the experts we are cooperating with are excited by the solutions we offer. А мы работаем сегодня с ведущими разработчиками и специалистами, которые работают в технологии блокчейн по созданию криптоплатформ. And we are currently working with the leading developers and experts of blockchain technology, of the technology that creates crypto platforms. И ведущими специалистами в области в области организации торгов, это ведущими юристами в области блокчейна. And with leading experts in organizing the trade, that is with legal experts of blockchain. И очень неспроста мы назвали свою платформу по согласованию с нашими швейцарскими партнерами мета-платформа. And in agreement with our Swiss partners, we called our platform a meta platform, and not just for the name's sake. Мета – это то, что в природе происходит метаморфоза, то есть изменения радикальные, которые меняют качественно насекомое. Why meta? It's from metamorphosis, from the radical changes that change the nature of things. For example, the metamorphosis of an insect. Метаморфоза – это когда гусеница превращается в бабочку, когда она становится совсем другим существом. For example, metamorphosis is when a caterpillar becomes a butterfly that is a totally new creature. Точно так же наша мета-платформа выполняет задачу сегодня перехода виртуальной экономики, цифровой экономики в реальную. То, что сегодня делает Skyway. The same way our Meta platform will perform a task of moving virtual digital economy into the real world. That is what Skyway is currently doing. Мы с вами, как Skyway сообщество, создали систему, которая развивает технологию инженера Юницкого Skyway. We as a Skyway community have created a system that develops our Mr. Yunitsky's, our engineer's technology. Благодаря этой демонстрации мы перешли сегодня к созданию конкретных адресных проектов, которые сегодня ведутся по всему миру. And thanks to being able to demonstrate this technology, we have now moved to implementing specific target projects all over the world. Сегодня сам Анатолий Юницкий находится в Сиднее, в Австралии, где ведет переговоры и продвигает конкретные проекты с нашим партнером Родом Хуком. Today, actually, Mr. Yunitsky himself is in Sydney, Australia, conducting negotiations about specific target projects with our partner, Rod Hook. В Сидней он прилетел из Арабских Эмиратов, где велись переговоры по финансированию уже конкретных адресных проектов в Индии. And he came to Sydney from Arab Emirates, where there were specific negotiations about financing target projects in India. И эта работа ведется очень активно, и сегодня практически все директора и фондов, и головной компании вовлечены в эту работу.
This work is happening in a very active way, and basically all the directors of the funds and of the root company are involved in it. Я не буду сегодня подробно останавливаться, где и как у нас ведутся адресные проекты. Мы об этом уже не раз говорили. I will not speak in great details today about the target projects and where they are happening right now, because we have already spoken a bit about it a lot. Я просто еще раз повторюсь, что вся эта работа стала возможной только потому, что функционирует демонстрационный полигон в Марьиной Горке. I will just repeat the fact that this work is happening thanks to the fact that we have a functioning demo field in Марьина Горка. Финансирует, развивается и создается сейчас опытное производство по производству электромашин подвижного состава. We have financed, and it is already happening, the test manufacturing of the electromobiles and the tracks. И что самое главное, функционирует конструкторское бюро, то есть конструкторский коллектив, который создает и конструирует и подвижной состав, и путевую структуру. And the main thing that we have this designing bureau that designs and constructs both our rolling stock and our track systems. И все это нам дало сегодня возможность идти следующим шагом, то есть создавать уже Transnet и на сегодняшний момент начинать запускать экономику нового поколения. And all that has given us the opportunity to move to the next step of creating the Transnet and launching the new gen economy. Это невозможно сегодня без современного программирования на основе технологии блокчейна. And it is impossible today without using the modern programming software, which is blockchain. И это невозможно без сегодняшней современной системы финансового мира, которая существует с применением современных электронных денег коинов. And it is also impossible without using the modern financial system in this world, which is using the electronic money or electronic coins. И сразу опуская многие подробности, могу сказать. And at once, without going into too many details, I can say, что мы создали сегодня, наверное, лучший механизм в мире, который будет обслуживать наш проект, который будет участвовать в наш проект. That we have probably been able to create the best mechanism to serve our project, in which our project will take part. И мы как раз очень подробно вам покажем, что такое экономика Transnet Space, то есть пространство, которое создает технология Skyway. We will show you in great detail what is the economy of Transnet Space, that is space created by Skyway technology. Мы вам очень подробно покажем, как формируется прибыль именно при количестве транзакций с Skyway Coin. We will also show you in detail how the profit will be formed based on the number of Skyway Coin transactions. И после того, как мы сообществу, которое сегодня работает с криптовалютой, покажем привлекательности нашего проекта. And then, after we show the cryptocurrency community the attractive features of our project, мы абсолютно уверены, что проект Skyway займет очень достойное место по привлечению новых инвесторов из криптосообщества в проект Skyway.
then I believe and I'm sure that Skyway project will take its worthy place and will attract more investors from the cryptocurrency community. Естественно, что мы продумываем и мы покажем вам механизмы, как можно будет конвертировать акции сегодняшние Skyway или обязательства, которые у вас есть, в криптовалюту Skyway. And naturally, we are thinking through the methods of converting your existing shares into Skyway cryptocurrency. Мы покажем экономику, куда наиболее эффективно и выгодно инвестировать на сегодняшний момент. We will show you the facts of the economy, where it is most efficient to invest at the moment. Но завершая такую вводную часть, могу сказать, друзья, что самое выгодное инвестирование – это сегодня обязательство Skyway. But finishing this introductory part, I can say, friends, that most efficient investments are in Skyway shares or collateral. У всех инструментов, которые мы сейчас запускаем, у них есть свои преимущества. All the tools we are currently launching have their own advantages. Но все они направлены только на развитие проекта Skyway, на то, чтобы интеллектуальная собственность капитализировалась как можно быстрее. But it is all directed at developing Skyway project so that its intellectual property would capitalize as soon as possible. И запуск нашей мета-платформы и запуск своей криптовалюты направлены именно для решения этой задачи. And the launch of our own meta-platform and our own cryptocurrency is with exactly this goal. Это очень непростой процесс, и мы с вами шаг за шагом будем разбирать, как ориентироваться и как дальше работать в этой системе. And it is not an easy process, so we will take steps and step by step explain it all to you so that you understand how to work with it. Поэтому ни в коем мере не переживайте, что вы не обладаете какими-то знаниями или что вы чего-то боитесь с точки зрения сделать неверного шага в инвестировании. So do not worry and that you don't have enough knowledge or you are afraid to make a misstep in some investment. Мы очень подробно и очень просто расскажем и объясним, каким образом сегодня, участвуя в проекте Skyway, можно получать максимальную доходность, максимальный интерес. We will explain in detail and in simple way how you can take part in Skyway project and achieve maximum yield, maximum interest. И второй очень важный принцип, который вы должны понимать, что мы всегда будем защищать интересы тех инвесторов, которые пришли на самой ранней стадии, которые поверили в проект одни из самых первых. And the second thing I would like you to understand that we will always keep protecting the interests of the early investors, of those who believed in the project in its early stage, who were among the first ones. Поэтому тот, кто зашел в проект 2 года назад, год назад, на самой ранней стадии, он, естественно, будет иметь самые большие прибыли, самую большую доходность. Это, друзья, абсолютно и справедливо, и естественно. So those who entered the project 2 years ago, a year ago, in its early stages will naturally get the biggest yield, the biggest profits, and it's only just. И тот, кто сегодня инвестирует в обязательства Skyway, с точки зрения проекта Skyway Coin'а, он сегодня будет иметь самую высокую доходность. В этом вы можете не сомневаться. And those who today invest into Skyway shares and based on Skyway coin will also have the highest yield. You shouldn't doubt that.
Еще раз повторюсь, что первая наша цель – это сообществу криптовалюты, кто сегодня работает, показать привлекательность проекта Skyway. Once again, I would like to repeat that our greatest purpose of this is to show the cryptocurrency community the attraction of the Skyway project. Второй очень важный шаг – это объединение двух этих направлений, когда мы начнем работать как единый механизм. Цифровой криптовалюты и проект реального проекта экономики Skyway. And the second step would be to connect these two directions so that this whole mechanism works as one. The digital currency and the real world Skyway economy. И здесь как раз очень важно понимать экономику проекта, как возникает доходность в Транснете, и как возникает доходность в Skyway Coin. And here it is very important to understand the economy of the whole project, where the yield comes from in Transnet and in Skyway Coin. И все это, друзья, мы вам расскажем, покажем, объясним на шагах, и я думаю, что у вас не будет никаких вопросов в ближайшее время, как и куда дальше двигаться. And all of that we will tell you, show you, explain step by step, and I believe you won't have any questions afterwards, any doubts. Мы вводим очень много новых понятий, потому что мы создаем принципиально новое направление в экономике. We introduce many new concepts because we are creating a brand new direction within the economy. Одно из таких основных понятий, которые мы сегодня обозначили, это Transnet Space. So one of our main concepts is Transnet Space. Это пространство, которое будет формироваться вокруг адресных проектов Skyway. This is a space that is going to be formed around Skyway target projects. Это экономика и бизнес, которые будут и внутри проектов, внутри предприятий, использующих технологию Skyway, так и бизнес, который будет находиться возле нее. So this is the economy and the business that will be within the enterprises or the target projects that are going to use Skyway technology and the businesses surrounding these projects. И мы вводим единую расчетную и учетную единицу, которая будет объединять все это пространство. So we introduce this united calculation and payment unit that will join all this space. Мы это назвали Skyway Coin. We have called it Skyway Coin. У него задача не просто как у валюты, которая работает на пространстве Transnet. Its task is not to simply be a currency within Transnet space. У этой валюты есть задача еще и учета той капитализации интеллектуальной собственности, которая закладывается в весь проект Skyway. Its task is to also account for the whole capitalization of intellectual property within Skyway project. Мы с вами позже очень подробно поговорим, что такое базовый актив и что такое единицы базового актива. Это тоже очень важно понимать для того, чтобы двигаться и понимать, как будет капитализироваться проект. We will later talk about base assets and units of base assets. This has to be clearly understood in order to understand how the whole project is going to be capitalized. Но очень важно понимать радикальное различие между нашей криптоплатформой Skyway и всеми, кто сегодня работает в виртуальной цифровой экономике.
But we have to understand the radical difference between a Skyway cryptocurrency platform and all existing platforms that are currently working within the digital economy. Мы сегодня имеем за спиной, мы сегодня развиваем проект, который идет на реальной технологии в реальной экономике. Today we are developing a project that is based on real technology and in the real world. И мы начинаем использовать те механизмы, которые нам дает сегодня именно технология блокчейн для того, чтобы этот проект стал еще более интересным, более привлекательным для инвесторов. And we are using the mechanism provided by blockchain technology in order to make our project more interesting, more attractive for the investors. И мы оцениваем не абстрактные цифровые операции, а реальный бизнес с реальными месторождениями, с реальными проектами. And we are evaluating not some abstract digital operations, but a real business with real technology and real assets. Это абсолютно новая вещь в мире криптовалюты. It's a totally new thing in the world of cryptocurrency. Так, Ирина, Ирина. Я вас слышу. Слышно, да? Просто прервалось. Вот, поэтому, друзья, так как и все, что делает Skyway, это уникально и это не имеет аналогов, в том числе и криптовалюта, и криптоплатформа, это также уникальный проект, который не имеет аналогов сегодня во всем криптопространстве. As everything that Skyway does that doesn't have a precedent, it's unique. The same way the cryptocurrency platform we are creating will be something brand new. В заключение могу сказать, что та команда, которая сейчас сформировалась, это команда высоких профессионалов и тех, кто в своем деле абсолютно являются лидерами. In conclusion of my part, I would like to say that the team currently working on this task is truly a team of high professionals and leaders in this area. Некоторых из членов этих команды вы уже знаете. Ну, нас с Алексеем вы видите постоянно, и мы уже не раз выступали. Some members of this team are known to you. You have seen me and Alexey many times. Активнейший участник нашего процесса, тот, который с самого начала работает в этом направлении, это Дмитрий Терехин. One of the most active participants of our team is Dmitry Terekhin, who has been working in this field from the very beginning. Это инвестор, который вошел в проект еще 17 лет назад, инвестировал более полутора миллиона долларов. This is the investor that entered our project 17, and I repeat, 17 years ago by investing $1.5 million. Это один из крупнейших сегодня инвесторов, держателей пакета обязательств Skyway в проекте Skyway. Today it is he is one of the biggest holders of Skyway collateral shares. И он один из лидеров направления, который запускает сейчас мета-платформу по запуску криптовалюты Skyway. And he is also one of the leaders working on launching this new direction, the Skyway cryptocurrency meta-platform. Мы сотрудничаем и мы работаем с лидерами сегодня в тех, кто создает криптоплатформы в мире. Это реально лидеры криптоплатформ, которые создают в мире. We are currently cooperating with real global leaders in creating crypto platforms. И со временем мы обязательно их с вами познакомим и покажем именно
технических разработчиков, которые создали уже ту платформу, которую мы запускаем. In a while, with time, we will also let you meet these developers that have created the platform we are launching. В эту группу энтузиастов можно назвать так, что входят такие известные вам люди, как Виктор Бабурин. This group of enthusiasts, as we might call them, also includes people whom you know, such as Viktor Baburin, Евгений Кудряшов. Евгений Кудряшов. Ну и, конечно, самый главный, с кем происходят все согласования, без которого не принимаются ни одни решения, это, естественно, сам инженер Unity. And of course, the main person without whom nothing happens, who clears and approves it all, is our engineer, Mr. Unitsky. Самым активным образом принимает участие наш лидер из Словакии, František Solar. Our leader from Slovakia, František Solar, also takes a very active part. И еще ряд людей, которые активно работают в этом направлении, мы все обязательно вам покажем, вы со всеми с ними познакомитесь. And a whole range of other people who actively work in this direction and whom you will definitely meet. Поэтому, передавая слово Алексею Суходоеву, который является одним из самых активных участников этого проекта, so giving the floor to Alexey Sukhodoyev, who is also one of the most active participants of this project. Я могу сказать, что вы можете не сомневаться, что мы создали самый интересный механизм сегодня и самый интересный инструмент в криптомире. So, in giving him the floor, I can definitely say that you shouldn't doubt that we have created the most interesting tool or mechanism in the crypto world. А так как это идет в развитие проекта Skyway, то можете не сомневаться, что нас ждет очень интересное развитие, которое мы все увидим в ближайшее время. And as this whole development is within the framework of Skyway project, you shouldn't doubt that only the very interesting developments await us in the nearest future. Поэтому нас впереди еще ждет очень много работы, которую мы будем доводить вам информацию, а вы будете для себя принимать решение, насколько этот проект становится для вас интересным или неинтересным. So there is much work ahead of us to communicate to you all the information and for you to decide how much more interesting or not this project becomes for you. Сразу могу сказать, что будет огромное количество технических вопросов, которые мы все шаг за шагом будем снимать. Нельзя все объяснить или показать за одну, две или даже пять встреч. And at once I would like to say that there will be huge technical issues that we will remove step by step, as it is impossible to introduce something so brand new and expect it to be understandable and clear in one or even five meetings. Ну, а я с удовольствием передаю слово Алексею Суходоеву, потому что он сейчас является, наверное, одним из лучших специалистов, который может объяснить, что такое блокчейн и Skyway Coin для проекта Skyway. And so now I do pass the floor to Alexey Sukhodoyev, who is probably one of the best experts to be able to explain to you what blockchain is and what is a Skyway Coin within Skyway project. Все, Алексей, тебе слово. Alexey, the floor is yours. Так, приветствую, друзья. Greetings, my friends. Минутку. Так, Алексей, чуть-чуть камеру поправь, тебя не видно. У тебя пол лица. Так, где у меня пол лица?
Чуть-чуть камеру, чтобы она ниже смотрела. Здесь Just some на основной. Нормально да, все да, видно? Да, да. Нет, нормально все видно. Ну, сейчас лучше, да, но все равно пол лица у тебя обрезается. Так, сейчас что-то там произошло с венгерской комнаты. В словацкой комнате. А, венгерская зависла комната, да. В словацкой комнате ты хорошо, а вот. Так. Что-то произошло. Сергей Анатольевич, включитесь еще раз, потому что что-то с венгерской комнатой произошло с интернетом. Включиться куда? В словацкую или в венгерскую? Ну, продолжите пока что. Ну, я с венгерской комнаты не отключался. И сейчас. Так, у Алексея там технические неполадки, так что мы с вами, друзья, еще. Some technical problems with Alexei's access to some of the rooms, so we will continue with you. Так, Андрей, пока Алексей там настраивается, я еще буквально тогда пару слов скажу, пока идет у него настройка. While Alexei is adjusting his settings, I will keep talking to you. Я, друзья, вот последние где-то полгода, год начали, а полгода мы сейчас. Тут сегодня, да, Мирополис тоже пишут сейчас нам из скайпа, что Мирополис плохо работает. Я, друзья, сейчас вхожу тоже во всю эту тематику, и для меня это очень непростая вещь. Я могу сказать, что увязка цифровой экономики и традиционной экономики – это довольно-таки сложный процесс. So I am also new to this topic. A year ago we decided to launch it, and for a half year I've been actively entering this topic. And I would say that it's not an easy task to connect digital and traditional economy. Поэтому относитесь абсолютно спокойно, если с первого раза что-то непонятно или кажутся какие-то очень сложные определения и понятия. So be calm, even if from the first time some things are not clear to you or there are some complicated notions. Со временем все станет понятно, и это довольно-таки абсолютно логичный инструмент. With time everything will become clear to you, and it's in reality quite a simple and logical instrument. Так, Алексей, еще чуть-чуть камеру наклони, а то у тебя над головой как бы это обрезает пол лица. Это в какой комнате, Сергей Анатольевич? А, все. Нет, это вам просто как бы кажется. Так, ну все. Так, приветствую, друзья. Greetings, my friends. Вот вспоминайте вот с этими сложностями включения. Лучше бы у нас комната вебинарная была бы на блокчейне. I will always remember, I will keep remembering these technical problems, and I believe it would have been much better if our chat rooms were based on blockchain. И причем встроено как одно из приложений в наш Unibike. And it would be as one of embedded applications in our Unibike. Алексей, я у вас эхом иду, и англичане слышат меня как бы в двойном голосе, это будет сложно понимать. Так, еще раз, Ирина. Я меня у вас слышно эхом. Так. От вас идет мой звук второй раз. Сейчас, минутку. А почему? У тебя. Видимо, я у вас в колонках. Как он включен? Все включено, да. Ага, ну. Я у вас в колонках звучу обратно в микрофон. Так, а сейчас? Сейчас.
Пробую говорить. Раз, два. Вот теперь вроде... А нет, опять слышу себя тоже. Странно. Я говорю, и мой звук где-то у вас выходит, попадает обратно к вам в микрофон. Так, Сергей Анатольевич, вам нормально слышно меня? Не, я тебя хорошо слышу, Ирину хорошо слышу. У меня как раз нету ни эхо. Но когда я говорю, меня слышно два раза. Да, из нет, моего я микрофона вас слышу и... раз. Ну давайте тогда продолжать. Да, вы. Ну хорошо. Такие, ты, как бы, Алексей, максимум, что тогда, когда Ирина говорит, ты можешь звук тогда отключать на компьютере. Хорошо. То есть еще одно действие. Тогда как бы будет пропадать. Так, Андрей, а я так тебя тогда получше сейчас... слышно? Вас хорошо слышно, да. Так, ну вот да, это о, максимум. А, я как вот раз так. Андрея слышу, и у тебя хорошо в Андрея звучит. А вот так? Так Да, получше? кстати, Алексей, в словацкой комнате убери чуть-чуть звук. Хрипит, хрипит сильно. В словацкой комнате хрипит, да. Так получше? Нет, еще чуть-чуть. Ну, Андрей говорит, лучше, да, но еще хорошо. чуть-чуть убери. Так, ну, Да, вот сейчас лучше. коллеги, тогда продолжим. Let us continue then. И самое интересное, теоретически, потенциально, возможно, это будет реализуемо в будущем, ну, года через три. То есть мы это закладываем, наша платформа сможет это сделать. So what's most interesting that it is theoretically possible and we do plan for it in about 3 years. В первую очередь я хотел бы рассказать вообще, почему мы запустили платформу. First of all, I would like to let you know why we launched this platform. Я говорил в своих видео на русском и на английском в социальных сетях, что это произошло по определенным причинам. I have already mentioned the reasons in my Russian and English talks on the social networks. Во-первых, было желание сделать внутреннюю меру обмена, учетную единицу. First of all, we wanted to have our internal clearance unit or exchange unit. Ну, свиги, наверное, вы увидели. Юнит — это авторы, собственно, этого введения были мы с Сергеем Анатольевичем. You have probably seen it on Swiggy, and this unit was introduced by me and Sergey. Потом была идея привязать акцию каким-то образом к криптовалюте, криптоактиву. Then there was an idea to somehow tie our share to some cryptocurrency or crypto asset. Но это только были начальные такие шаги, и более того, сейчас вообще мысль, что токен как-то можно связать с акцией, можно смело выбросить из головы. But these were some just initial attemptive steps, and now all these thoughts of connecting or tying token to the share can be discarded. Третье, то, что мы вам всегда говорили, и это будет реализовано на нашей платформе, это внутренняя биржа, причем она будет децентрализована. The third thing we have been telling you, it's the internal exchange, which will be decentralized. Эта биржа вначале будет наша внутренняя, потом уже перерастет в огромный marketplace, так называемый. This will first be our internal exchange, and then it will grow into a so-called marketplace. То есть у нас с вами огромное сообщество, и в принципе на основе нашего базового актива, когда он будет иметь ликвидность, кто-то захочет произвести хлеб, например.
So we have a big community, and based on our base asset, when it becomes liquid, someone would, for example, want to produce bread. А кто-то выращивает злаковые, и кто-то делает вообще муку. То есть этих людей можно связать между собой. And someone would grow grain, and someone will produce flour, and all these people can thus be connected. Но это тоже не навод, друзья. Это тоже не инновация, друзья. But this is also not something completely new. И буквально вот несколько месяцев назад мы действительно аплодировали и хлопали в ладоши, когда пришли к новой экономике токена, цифровой экономике для Skyway. Several months ago we heard the applause when we came to this new economy of token of Skyway coin. И на сегодняшний день вы прекрасно, наверное, знаете такое понятие, как мир интернет-вещей. And today you probably know very well this concept of the Internet of Things. Я люблю приводить такое сравнение, что, допустим, вы сидите в своем кресле, вам нужно попить кофе. I have already mentioned the comparison I liked, that you sit on your chair and you want to have some coffee. Вы посылаете сигнал через свой мобильный телефон водопроводу, он начинает общаться с чайником, наливает ему воду, чайник охлаждает, фильтрует, либо нагревает воду. And you send signal from your mobile device to the plumbing system, which in turn communicates with the kettle, fills it with water, and the kettle does the next operation, either filtering, cooling, or heating up water. Потом подлетает дрон, который в свободное время убирает квартиру. Then a drone flies up to it, which has been cleaning your apartment. Берет чайник и наливает в кофеварку. Кофеварка начинает варить. Takes that kettle, pours water into the coffee machine, which starts preparing coffee. И так как это была как бы концепция мгновенного действия, то есть я сидел, занимался своими делами, мне приготовился кофе, у меня снялась некоторая сумма с моего кошелька. And as this was a concept of some instantaneous service, so I kept sitting in my chair doing my stuff, and the coffee was brought to me. Then some definite sum of money was taken from my wallet. Но этого нет в реальности, друзья. Мира интернет вещей, который связан между собой, наши девайсы, гаджеты и другие устройства, они не работают сейчас, как должны взаимодействовать. But reality is that there is no Internet of Things right now. All our devices, our gadgets, our different machines do not communicate in this way. Теперь я приведу другой пример, то есть бум доткомов, когда у нас произошел. Now I will give you another example, a boom of dot-com industry, dot-com industry. .com, сайт .com. Так, у меня... Представьте, что появился интернет, потом появились сайты, и все бы сайты между собой взаимодействовали. Так, почему-то... Just imagine if the internet appeared and then all the websites would communicate to each other. И кто-то создал модель экономики, которая рассчитывала и обеспечивала это взаимодействие.
And someone would have created a model of economy that would calculate and support this interaction. То есть с учетом того, что сегодня действительно огромное количество сайтов, их, наверное, ну, наверное, за несколько сотен тысяч как минимум уже есть. And as there are so many websites, more than hundreds of thousands probably. Этот бизнес был бы сверхприбыльным и сверхкапитализацию имел бы. Such a business would have then been very profitable with a very big capitalization. И сегодня мы подходим к новому понятию, которое озвучил Сергей Анатольевич. The same way today we come to a new concept told to you by Mr. Sibirikov. Это мир транснет пространства. It is the world of transnet space. То есть так же как оптоволокно, оптоволоконный кабель мы втыкаем в специальный разъем в стене. Также струна будет нас соединять с миром пространства Transnet. The same way we place our cyber optic cable into a jack in the wall, the same way a string of Skyway will connect us to the world. В этом мире будет огромнейшее количество транзакций. Их будет триллионы в секунду. And this world will have a huge amount of transactions, trillions per second. То есть вы понимаете, что есть Transnet, он уже сейчас создается, мы его видим на Экотехнопарке, это зарождение Transnet. You should understand that Transnet is already being created. We see its genesis in the Ecotechnopark. И мы создаем именно оцифровку этого бизнеса, добавляя новую цифровую экономику, то есть добавляя новую капитализацию. And we create the digital envelope of this business by adding this component of digital economy. То есть теоретически можем предположить, если проект на сегодняшний день окупается 10 лет, либо 5 лет в традиционном транснете, то с цифровой экономикой он будет в разы быстрее окупаться. So if this project gives its yield or its capitalization in a traditional way in 10 or in 5 years, then with the addition of digital economy, it will grow by times faster. Наш основной токен будет являться основным базовым активом. Our main token will be our main base asset. Если не будет базового актива на кошельке, то человек будет на время выключен из сети Transnet Space, пространства Transnet, и не сможет пользоваться ее благами. If a person does not have this base asset in his or her wallet, they will be switched off from Transnet space and be unable to use its advantages. Если у человека не будет доступных именно токенов базового актива, то он будет на время выключен из сети пространства Transnet. То есть не будет пользоваться прямо всеми услугами и благами. Какими-то будет. So if a person does not have the token, the basic asset in their wallet, they will be switched off from some benefits of Transnet system. They will be unable to use them. И вот это вот обилие услуг, так называемые именно TransApp, Trans Application, Trans приложение, они возможны только в совокупности реальной
экономики Transnet и оцифрованной цифровой экономики Transnet Space. So the abundance of these services offered by Transapps, that is Transnet applications, will only be possible in the connection between the real world of Transnet and the digital world of Transnet space. И даже мир интернет вещей, вот тоже кофе, желание просто выпить кофе, чашечку кофе, оно будет втянуто в мир пространства Transnet, и чашечка кофе будет просто к вам приезжать. And so this dreamt of Internet of Things will become reality within Transnet when this cup of coffee that you so desire will simply come to you. Причем мы четко представляем, как это будет реализовано, и я думаю, через 2-3 вебинара мы об этом поведаем. We clearly understand in what way that would be implemented, and we will tell you that in about 2-3 webinars. И в чем заключается вообще особенность трейдинга, бирж и так далее, и вообще сейчас проектов, которые размещаются? Какое наше будет отличие? So what will distinguish us, what will be our peculiarity or particularity between all these existing trade and exchange projects? Когда мы выйдем на массовое публичное размещение токена и далее, помимо нашей децентрализованной биржи, выйдем на несколько внешних бирж, то по логике будет какой-то спекуляционный взлет. When our tokens are placed and in our exchange and also in external exchange, then there will be this speculative leap. Потом, соответственно, может быть снова рост, либо падение, либо вообще начнется волны, то есть волатильность высокая начнется. Ну, может начаться у другого токена, но не у нашего. Then usually, as the rule goes, there could be a growth and fall and waves and volatility, but not without token. Почему такие предположения, что мы, скорее всего, этого сможем избежать? Why do we suppose that most probably we would be able to avoid such a volatility? Вот задумывались ли вы, почему Amazon, Google, Apple, Alibaba и другие мощные корпорации не внедряют сейчас цифровую экономику и не токенизируют свой продукт и бизнес? Have you ever thought why such big corporations as Amazon, Google, Apple, Alibaba do not introduce cryptocurrency, do not, so to say, tokenize their markets? Это только по той причине, потому что они уже реальной экономикой, реальными проектами настолько большой рынок создали. Only because they have already created such a huge market with real economy and real products. И этот рынок оцифровать будет либо супер дорого, либо супер тяжело, либо просто невозможно. Поэтому это и не делается. And to digitalize such a huge market will be hugely expensive or very hard or quite impossible. That is why it is not being done. Сейчас же особенность развития проекта Skyway заключается в том, что находится в начальной стадии. То есть это реальный мир, физический. So the particularity of the development of Skyway project is that our physical world is also in its initial stage. Блокчейн метаплатформу мы уже запускаем, и также это будет находиться в начальной стадии.
And we are already launching the blockchain meta platform, which also is in its initial stage. И только одновременное развитие, друзья, то есть без опережения, именно вот на несколько проектов там и так далее, а одновременное начало развития с точки генезиса, это позволит синхронизировать вот эти две совершенно разные экономики. And only this parallel or simultaneous development, this simultaneous genesis will allow to synchronize these two economies. Поэтому это действительно очень интересно будет и наблюдать, и участвовать, и нам как бы Сергеем Анатольевичем развивать, рождать это направление и присутствовать при зарождении новой эпохи. So it will be quite interesting to observe, to be a part of it, and for me and Mr. Sibirikov to give birth to it, to develop it, to be at the very origin of a new era. И поэтому мы криптосообществу, ну и вообще основной слоган нашей платформы будет состоять в том, что мы должны объединиться. So, for the cryptocurrency community and in general, the motto of our platform will be we have to unite. То есть Skyway-то справится без блокчейна и продолжит развиваться, но Because выйдет Sky... блокчейн на триллионные капитализации. So Skyway will definitely be able to develop even without blockchain, but the same couldn't be said otherwise. И так же, как существуют опасности различных кризисов, технических дефолтов, мы поможем миру криптоэкономики совершить рывок, они помогут нам, также и заработают также на этом направлении, чтобы его запустить. So, as there are dangers of crisis, of technical defaults, then we would be able to help the economy of cryptocurrency, and that, and it will in turn be able to help us and thus earn together with us. И также для чего блокчейн, так вот венгерская комната появилась сейчас, коллеги. Так, Чаба, прошу прощения, почему-то выкинула из комнаты, я не мог зайти. А, замечательно, замечательно, тогда продолжаем. На самом деле, блокчейн также будет необходим Skyway для максимальной безопасности, максимальной безотказности. And also, blockchain will be necessary to Skyway for the maximum reliability. Ну, я уж не говорю о дополнительной капитализации. Представьте, что перестали что-то совершили атаку на несколько станций, либо несколько десятков подвижных составов из сотни. I don't even speak about added capitalization. Simply imagine that there was an attack on several stations or several rolling stocks. Да, да, да. Либо просто завалят данными, то есть такой вид атак тоже существует. Именно генерация ботов, так называемых, которые используются при атаках сайта.
or someone generates a DDoS attack, that is, some bots will override, for example, a website with a huge amount of data. Если даже это произошло, то при перезагрузке все моментально восстановится и будут именно устраняться проблемы на тех объектах, куда была совершена атака. В этом суть блокчейна, это возможно. But what blockchain is able to help us do is, even if such attack does happen, you are able to restore everything after reload, and then all the problems in the attacked stations can be fixed. И сама сеть не перестанет функционировать, мы также будем пользоваться Transnet. And the whole network as such will not stop functioning. We will keep using Transnet. И сейчас я могу сказать, мы активно изучаем программный продукт, вплоть до вопроса, использовать реферальную систему, либо не использовать. Реферальную систему? Систему вознаграждения. And we are now actively researching this software program, even as far as to make decisions whether we need a referral and reward program or я not. Я понимаю, что все будут рады из нас с вами, и я тоже, в принципе, достаточно буду рад этому явлению. Но уже подумать, использовать или нет. I understand that all of us, including me, would be glad to have such a reward program, but we still have to think whether to use it or not. И даже когда мы будем использовать это каждый раз обеспеченным образом, то есть от комиссии, либо еще как-то, воздуха в нашем проекте не будет. But even if we do use such a project, it will always be secured by something, either commissions or transactions. We will not create coin out of thin air. И многие задают мне также вопрос, ну, особенно кто не особо дружит с компьютером, а как я смогу зарегистрироваться, как я смогу войти, то есть это сложно. And many ask me a question, especially those who are not particularly computer friendly, how will I be able to register, how can I enter that system, it's so complicated. Друзья, у нас даже техподдержки не будет. Friends, we won't even have a technical support. На момент регистрации, входа именно вот на нашу платформу, не будет техподдержки, потому что это будет не надо. Все процессы будут автоматизированы с помощью алгоритма. Even when people register and log in into our platform, there won't be technical support necessary because all the processes will be automated, all will be based on algorithms. То есть наши разработчики, вот у нас был мозговой штурм на днях, сказали, что ошибиться будет просто невозможно. Система не позволит этого сделать. So, our developers in a recent brainstorm told us that error will be literally impossible because the system won't allow it. Более того, если кто-то, допустим, будет испытывать сложности, а многие будут испытывать сложности пользования децентрализованной биржей, то децентрализованная биржа также будет функционировать, как мы звоним по телефону, автоматически. And moreover, if people experience difficulties with using a decentralized exchange,
our decentralized exchange will work automatically. It will be as easy as call on your phone. То есть разработчики нашей платформы следуют принципу, чтобы максимально проще было, даже ребенок, чтобы смог разобраться. So the developers of our platform use the principle of easy access so that even a child could do it. И сейчас уже происходят переговоры и с банкирами, и с потенциальными крупными инвесторами, потому что есть одно но. And now we already have negotiations with bankers, with major investments, because there is one twist. Мы же должны заложить максимум преимуществ для Skyway, даже при запуске платформы, несмотря на то, что ориентирован на Skyway, чтобы она помогала еще до запуска. Because we have to include all the possible advantages for Skyway so that this platform helps us even before its launch. Те люди, которые не зарегистрированы в Skyway, будь то это SWIG, будь то это Skyway Capital, либо RSV, смогут участвовать только на самых крайних этапах распределения токена, так называемые окна. Those who are not registered with Skyway Capital or SWIG or RSV will only be able to participate in token allocation, that so-called token windows, only at the latest stages. И поэтому я вам могу сказать, рассказывать об этом направлении тем своим интересным знакомым, предпринимателям, крупному бизнесу, кто вдруг не поверил в Skyway. So you can tell about this direction to some of your interested people, acquaintances, major businesses, who might have not believed you at first about Skyway. Но не рассказывайте, пока вы сами не поймете, что такое пространство Transnet. Когда поймете, несите идею в массы, потому что она будет притягивать очень многих людей. But only start telling that when you yourselves understand what Transnet space is. And as soon as you do, tell it to the whole world, because it will attract new investors. Настанет время, когда человек спросит, а как я могу приобрести этот заветный токен? И вы можете сказать, что Skyway Coin, рабочее название, вы можете приобрести на лучших условиях, только зарегистрировавшись в Skyway. So time will come, people will ask you, how can I get this desired token? And you can tell them that Skyway Coin, this is a working name, can be acquired under the best conditions when you register with Skyway. То есть мы не настаиваем, как именно условия приобретения токена, чтобы человек инвестировал в Skyway. Но, естественно, потом вы с ним проработаете. Поставьте плюсики, кому нравится эта стратегия. Of course, we do not insist that in order to get the token they have to invest, but you can work on that with them later. So, please give me pluses in the chat room if you support such a strategy. То есть наши переговоры с крупными инвесторами, и с банкирами, и с Виктором Тарасовым мы пообщались тоже. Говорят о том, что кого не интересует Skyway пока что, заинтересует токен, который создается для Skyway. So our major negotiations with investors and bankers, including, for example, Виктор Тарасов, have shown us that those who might have not been interested in Skyway as such will be interested in its tokens. И на первом размещении мы даже продумали непосредственно стратегию, а каким образом
часть, какая это вы увидите позже, будет отдана на нужды строительства экотехнопарка. И это будет обосновано. So in our first offer, we have already a thought of strategy, which part of the means received from that will be used in the development of the eco-techno-park, which is a very good reason for that. Потому что существует то направление, которое Анатолий Эдуардович вообще как бы изящно, так скажем, как знаете, троянский конь, скрыл его реальное направление, и оно будет составлять максимальнейшую капитализацию всех адресных проектов. Because this is like a Trojan horse that Mr. Yunitsky kept within the project that will create all the project's capitalization. Сейчас всем кажется, что функция у этого объекта экотехнопарка одна, но на самом деле она супер глобальная. Because this eco-technopark might on the surface seem to have just one function, but in reality it's much more global. И, друзья, если сейчас можно заказать товары, услуги через интернет и нет физического воплощения именно принятия услуги и ее производства, то мы это будем реализовывать. So if you now can order some products or services on the internet, but there is no physical implementation of that, then this is what we are going to do. На ближайших конференциях Сергей Анатольевич, когда увидит этот объект этой технопарка, ну и просто на слайдах, начнет рассказывать вживую. During the nearest conferences, when Mr. Sibirikov will start to tell you more about what happens in Eco-Technopark. Но, друзья, вы даже не представляете, насколько это круче даже того, что в нашу путевую структуру уже зашиты электрический кабель, оптоволокно, все виды радио, цифровых, аналоговых сигналов. Это еще более мощное ноу-хау. You can't even imagine a know-how that there is, because besides electric wires, cyber optics, radio, digital and analog signals, all included within our track systems, there will also be other amazing things. И на самом деле есть такое понятие, как у Apple, мы делаем деньги на понтах молодежи. You know, there is this notion, like Apple says, that we make money on youth's desire to show off. Сеть Transnet удовлетворит фактически все потребности человека, ну, который будет являться пользователем Transnet Space. So the same way Transnet Space will be able to satisfy basically all the needs of its user. Что? Андрей, переводи следующую фразу уже. Сеть Transnet будет удовлетворять фактически всем потребностям пользователям. Ну, перед этим уже как бы проехали. Поэтому мы можем сказать, что действительно вот этому слогану, что мы должны объединиться, будут внимать
многочисленной массы людей по всему миру, потому что каждый желает повысить уровень качества своей жизни. So, therefore, this motto I have already mentioned, that we have to unite, will be received by masses of people all over the world, because they all want to increase their quality of life. И сделать это можно будет максимально быстро, дешево, эффективно внутри Transnet, включившись в Transnet Space. And all of that can be done fast and in a cheap and efficient way by connecting to Transnet Space. Как сегодня вы входите, набираете пароль, логин в социальную сеть, так и вы будете садиться в свой Unibike, либо в публичное пространство, Unibus, Unicar, и перемещаться внутри Transnet, пользуясь всеми благами, которые недоступны тем, кто вне сети Transnet. So the same way that today you enter a password and you log in into your social network, you will be able to the same way be in a Unibike, Unibus or Unicar and be a part of Transnet space and use all its benefits that are not available outside that network. Но учитывать это все будет наш Skyway Coin, рабочее название, базовый актив, и кто не захочет быть внутри этой сети? Ну, наверное, также кто не захочет сегодня пользоваться интернетом. And to account for all of that, our basic asset, Skyway Coin, will be used. And who wouldn't want to join all these advantages? The same way as today, who wouldn't want to join the internet? То есть, наверное, практически все. Поэтому остается сказать, что строй Skyway, спасай планету, и мы должны объединиться. So I think practically everyone would want. So the only thing to say is build Skyway and save the planet and let us all unite. Да, и друзья спрашивают про обратный выкуп, так называемый. Ну, я бы вообще не стал так называть, что касается платформы. Основная цель платформы – охватить новые рынки, которые сейчас не охвачены и не придут в Skyway, скорее всего, долгое время. Это криптосообщество. So there is a question in the chat room about a buyback. I wouldn't even call it that right now. But the main goal of this platform is not that, but is reaching the new markets that are currently unattainable for us. This is the market of the cryptocurrency community. И поэтому мы должны не просто их силком приволочить и как-то уговаривать, агитировать. Мы даем им действительно благо, мы говорим на понятном их языке, что мы решаем с помощью блокчейна и как мы увеличиваем их экономику, криптоэкономику. Ну и для нас это, естественно, тоже положительно. So we wouldn't simply force them into our business or fill their ears with propaganda, but we will offer them real benefits, how based on blockchain we can solve their problems and add something to their economy, which is of course also positive for us. Но мы с Сергеем Анатольевичем действительно как бы хотели сказать, что мы максимально постараемся обеспечить механизм, который позволит менять наши сегодняшние обязательства Skyway для желающих на токены. Но это будет в будущем. Это не первостепенная задача, но уже параллельно мы над ней работаем. So what Mr. Sibirikov and I wanted to tell you that we do our best in order to create the mechanism that would allow for those who desire to exchange
change our collateral shares for tokens, but this is not a first and priority task at the moment, though we do work on it in parallel. Ну и как Сергей тоже всегда говорит, мне напоминает про реальную экономику. Я тут абсолютно согласен, что тут у нас воздуха вообще не будет. И если кто-то захочет обменять токен, то кто-то купит, соответственно, наш Skyway Coin и обменяет Skyway Coin на акцию. Обязательство. And as Mr. Siberikov likes to remind to me, and I do really agree on the importance of real economy, we won't have anything appear out of thin air. If someone wants to buy a token or sell a token, they would exchange that for our collateral share. Но что-то мне подсказывает, что на нашу внутреннюю биржу будут входить люди с внешнего рынка, потому что они захотят приобрести на самых выгодных условиях токен, и, соответственно, кто-то обменяет им на свои обязательства на токен. And so there will be our internal exchange, of course, but I believe people from external markets will also want to come and to get the coins for the best possible conditions, and so there will be this exchange between tokens and shares. Ну вот, друзья, наш вебинар подошел к завершению. До скорых встреч, и я думаю, что вживую, примерно в конце осени, начало зимы, мы начнем цикл уже живых таких вот масштабных конференций, как цифровая экономика в транспортной логистике на основе Skyway. So, dear friends, our webinar has come to its conclusion, and I believe in the nearest future, in the end of fall, beginning of winter, we will have these major live conferences on digital economy within the transport and infrastructure of Skyway. Всем счастливо. And good luck. Счастливо, Андрей, счастливо.